накопал новый интересный проект. Ну это, блин, вот мне нравится, когда вот что-то есть на халяву. Смотрите, короче, раздают 1 цент каждые 1,5 часа. Как бы в эквиваленте криптовалюты, да, это выглядит как 50 тысяч токенов. Это очень прикольно и удобно. Ну, можно пополняться, конечно, но нам это не интересно. Мы любим халяву. Поэтому вот я сейчас нажимаю Harvest. И это означает, что я сейчас соберу. Ага, нужно подтвердить капчу. Я не робот. Тем более мне нравится, что вот удобно с телефона играть. Как бы есть проекты, да, такие как BCH Game. То есть там я выводил достаточно успешно, абсолютно на халяву. То есть как бы получаешь себе 200 токенов, играешь и выводишь себе на, я, допустим, FaucetPay пользуюсь, вывожу туда. Все, вот я вывел как бы. А, даже смотрите, 10 тысяч. 5 давали, да? Сейчас почему-то 10, не знаю. Каждый раз увеличивают. Все. Вот через 90 минут опять придет 1 цент. Как бы, ну, а я пошел поиграю. То есть я нажимаю кубики. Ну-ка. Так, что выставляем? 61. Пусть будет так. Авто. Интересно, на авто будет? Почему-то с компьютера на авто не получалось. И поехали. Ага, видите, авто почему-то не получается. Стоп он луз. Я поставлю 76. Посмотрим, сейчас удастся что-то выиграть или нет. Короткое видео. Вот я не понимаю, почему вот в ручном режиме не получается нажать кнопку ставка. Вот не знаю почему. Непонятно. А, это вот я выиграл, да? А это я вот проиграл. 48. А где мой баланс? А, все, вижу, все, вот, 6. 6 у меня выигранных. 99. И вот зря, конечно, я не умножаю. То есть желательно, конечно, после каждой проигрышной умножать. О, выиграл. И оставил. Фактически у меня 1 цент сейчас. 0.01. Видите, проигрыш я умножаю. Выиграл 1 цент с копейками. Больше умножать, наверное, нельзя. Сейчас я пролечу. О, выиграл. 1,2. Ну, наверное, надо снижать. Блин, жалко, что авто не работает. Это, конечно, было бы обалденно. Я не знаю, для чего это сделано. Смотрите, как я сейчас поступлю. Начинаем обманывать систему. Ну, есть, конечно, огромный шанс сейчас вылететь. Ну, почти 2 цента уже. О, все, и вылетел. А, не совсем. Сейчас я ставлю максималку. Наверное, вот так сдвину. Блин, да, вылетел. Ну, в общем, суть такая, что приходит на халяву, как бы играешь и выводишь. Обалденная тема. В общем так, буду снимать обзоры. Как только наиграю что-нибудь для вывода, обязательно все это выложу. А так участвуйте. Смотрите, какая прикольная тема. Мне нравится. Всем пока.